Несанкционированная съемка. Зашли, короче, в заброшенный отель. Это, короче, тот отельчик, который через дорогу. Мы тут, кстати, фоткались когда. Да, вообще, ну, типа... Вон, телек. Джакузи, ничего себе. Ну, нормальный тельчик. А джакузи? Вот, ты вспомнил? Вот машина мраморная стоит, блядь, никого нет, заходи, живи, блядь. Как в Простоквашино, заходите, кто хотите, живите, кто хотите. Просто, да, просто в шоке, там, там постели, все есть, да, и беда. И мы же на ночку сюда переберемся. Экстрим, да. Ночь в этом самом. Отель-призрак, да, ночь в отеле-призрак. Заходим в другой номер. Как вам номерок? Двухэтажный. Нормальный прикол. Сейчас вот. Полотенце есть. Номерочек, а ну-ка погнали на второй этаж, что там. Ничего так номер. Короче, серия, бери этот, покупай билеты, номер есть, гостишка свободная, никем не занята, смотри. Вид на море, все. И ты на море уже в гостишке готовой. Как тебе такой вариант? Как тебе такой вариант, а? Постель застелена. Постель застелена, смотри. Все четенько. А что там дальше по коридору? И жили, полотенца висят. Вот это номерок, да? Вот этот отельчик, отельчик-призрак, красивый вообще супер.